кроме форели, мы выращиваем раков, правда, в небольших объемах, и немножко стерлят. По итогам 2017 года хозяйство произвело 25 тонн товарной рыбы, а по состоянию на июль 2018 уже 15 тонн. Продукция пользуется спросом и поставляется как в региональные торговые сети, так и оптовым покупателям в Московскую, Саратовскую и Самарскую области. Идея пришла буквально, как съездили на отдых в Адлер, посмотрели всю эту систему и решили повторить, выбрали правильное место, подобрали нужный нам цикл, где воды у нас, то есть пропорции идут воды больше, учли все параметры и сделали хозяйство, которое работает прекрасно без насосов, самотеков. На базе хозяйства функционирует научно-производственный центр для разработки и внедрения в практику технологий и методов селекции в рыбоводстве на естественных и искусственных водоемах Ульяновской области. Это поможет отрасли на территории региона выйти из кризисного состояния и усилить экономический рост. Хозяйство получило 6 миллионов рублей субсидий, из них 1,5 миллиона по программе поддержки начинающих фермеров и около 5 миллионов в рамках реализации экономически значимых региональных программ. Валерия Чаурова, Дарья Гордеева, репортер 73.